Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов после купания. Андрес Цорн, 1895 год, холст масла 53х36. Живописец, график и скульптор Андрес Цорн является, пожалуй, самым известным художником Швеции. Как и большинство соотечественников, он получил образование в Королевской академии изящных искусств, до этого окончив художественно-промышленную школу. Представленное полотно относится к французскому периоду творчества мастера. Он часто бывал в Париже в 1888-1896 годах, испытывал влияние импрессионистов, что, несомненно, заметно в этой работе. К этому времени относится создание картин, главными героинями которых являлись прекрасные купальщицы, только что вышедшие из воды. Отметим, что красивые обнаженные женщины не позируют художнику, не демонстрируют себя зрителю, они не замечают чужого присутствия, вытирают волосы, отдыхают, прогуливаются вдоль берега. Цорн делает акцент не на эротическом подтексте композиции, а на воздействии солнечного света и световоздушной среды на человеческое тело и пейзаж. Вот такое описание к картине Андрес Цорна «После купания» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.